приходят по-разному. Узнайте больше о приемной семье в проекте «Хочу к маме» на сайте ufa1.ru. Здравствуйте, меня зовут Люба Светлая. Вы смотрите проект «Хочу к маме», и сегодня я познакомлю вас с Айнурчиком. Привет, Айнурчик. Привет. Сколько тебе лет? 6. Айнур, а какое время года тебе больше нравится? Весна. А почему? Потому что там на полянке растут одуванчики, цветочки. Тебе нравятся одуванчики? Да. Слушай, Айнур, а какая у тебя любимая игрушка? Ну, погоди. Ух ты, какой красивый волк. Это твоя самая любимая игрушка? Да. Айнур 2006 года рождения. Айнур очень дружелюбный, любознательный, общительный мальчик. Очень легко вступает и идет на контакт как со сверстниками, так и со взрослыми. Айнур очень быстро запоминает стихи, запоминает небольшие по содержанию сказки и рассказы. Во время драматизации сказок очень охотно участвует в них и берет на себя главные роли. Айнур очень аккуратный ребенок и всегда следит за своим внешним видом. Дети в семью приходят по-разному. Узнайте больше о приемной семье в проекте «Хочу к маме» на сайте ufa1.ru.